Здравствуйте, это канал Максимадзе и GTA San Andreas. И вот только посмотрите, сколько захвачено территорий, сколько территорий принадлежит Grove Street нам и сколько принадлежит Баласам и Вагасам. Разница высоченная. И мы сегодня постараемся это все поправить. Сегодня мы повоюем с Баласами, надеюсь, что удачно. Идем к Свиду. Лос Сипукс. Как дела, братан? Только что заходил Тенпенни, сказал, что одного из тех балласов, что вы с Смоуком завалили, мелкого хорька хоронит. Там будут все гангстеры. На похоронах? Да, черномазых задницу возьмем за раз. На похоронах? Как... Да, прям как у мамули. Пошли разберемся с этими козлами. Слушай, нам пора заняться каким-нибудь реально крутым делом. Grove Street на карте навсегда. Ладно. Погнали. Нам понадобится поддержка. Без проблем. А ну вперед. Я сказал, пошли, блин. Все. Все. Поехали с нами. Погнали. Мы объединим Лос Сепаркос и перелезем через стену. Кейн, не тот ли наглый придурок? Да, на меньшем намеке на проблем просто не появится. Кейн, он принадлежал как... Он был чуваком с нашей банды. А перешел на Баласы. Вот гад, а? Мы таких не прощаем. Ой, блин, зачем я так резко еду? От этих приспешников на самом-то деле не очень-то много пользы, они все плохо стреляют. А быть простые солдаты, короче. Гораздо менее крутые, чем я. Ладно. А куда мы едем-то? Мы в гору едем. А! На поворот надо сделать, и там будет этот. Этот, блин. Кладбище. А, и тут на время еще. Ничего себе за... А что на время? А, это время похорон. То есть через некоторое время балласы просто уйдут? Без проблем. Вот, мы уже приехали. Это здесь. Давай, СиДжей, двигай за нами. Подойди к подойди к свиту его людям. Так, оружие. Достать надо обязательно. Все занимайте свои места, и мы ждем Кейна. Можно оставить банду на месте, или чтобы она следовала за нами. Понятно. Группа распадется, если будешь сдерживать... В течение нескольких секунд или отойдешь от группы слишком далеко. Понятно. Интересно. Вот он где, Кейн, предатель гадкий, блин. Похоже, этот козел напялил бронежилет. Нам понадобится... Много... Нам понадобится силы, чтобы прикончить этих гадов. Ой, да тут... Тут несколько балласов. Я пойду за ними. Ой, да тут их много. Ну, давай, долго перезаряжаешь. Ой, а зачем нам две звезды? Куда собрался? Не уйдешь, засранец. К
Клево, Сиджей. Я найду тачку, на которой мы свалим, а вы покончите с остальными боссами. Ой. Все. Нет, еще один. Блин, долго оружие перезаряжаешь. Отвезите Свита домой. Окей, все на месте. Идите в задницу, полицейские. Вы нам вообще не нужны. И мы вам не нужны тоже. Черт побери. Так, мы сначала едем домой, затем снова едем в ближайшую амунацию. Надо взять бронежилет. В следующей миссии бронежилет просто необходим. А вот после нее не настолько, не очень-то он будет не сильно необходим. Главное соблюдать безопасность. Но в следующей миссии бронежилет необходим. Который вот сейчас выберем, там бронежилет обязательно. Парень, ты всем им показал. Ладно, всем по домам надо залечь на дно. То есть мы везде не виделись. Так, едем в амунацию. Амунация тут недалеко есть. Одна из них, точнее. Рядом с Эмметом есть еще одна амунация, которая ничем не отличается от той амунации, которую мы в прошлой серии заходили. Здесь, правда, балосы, это плохо. Но ничего, с балосами мы разберемся. Защита тела необходима просто, просто необходима. Ладно, оружия у нас еще дофига. В принципе, черт с ним. Ой, балосы. Быстрее, уезжаем отсюда. Давай, пошел. Едем на груз 3, сохраняемся и... Хотя, надеюсь, хотя, может, не надо сохраняться. Давайте так обойдемся. А, нет, давайте лучше сохранимся, потому что я не хочу ночью выполнять такие задания. Серый импорт, сохраняемся. И сохраняемся еще раз. Все, теперь идем туда. Воссоединение семей. О, какая плохая девка. О, да. Здорово, братишки. Здорово, Сиджей. Выруби телек и слушайте внимательно. Как мы и говорили, больше никакой дури на улицах. Наконец-то. Выкиньте. Мы должны снова объединить семьи. Балосы долго травили наших парней дурью, пока мы не срослись друг с другом. Все семьи собираются встретиться в мотеле Джефферсон. Пришло время собраться все вместе официально, убрать эту фигню с наших улиц. Голосую за то, что будем представителями в этот. Конечно, правильно. Все будет пучком. Если Свит считает, он может... Поехали, сделаем это. Райдер. Вот она, наша постоянная братва. Эй, Сиджей, ты не собираешься снова разбить тачку, а? Да пошел ты нафиг, Райдер.
Райдер, отвали от СиДжея, он практически в одиночку поднял Гроу Стрит. Да я просто прикалывался над Нигером. Ты сам себе прикол ходячий. Да нифига. Да все, Райдер, задолбал, остынь уже. Помните, мы воссоединяем всеми, нифига с фигней не страдайте. Ты меня знаешь, Свит, я спокоен, как монах. Это в первую очередь тебя касается, Райдер. Что ты хочешь сказать? Я категорически возражаю. Свит просто хочет сказать, что ты убийца, ты должен держать себя в руках. Ладно, понятно. Ладно, тут один представитель каждой банды. Вам придется подождать здесь, а я поболтаю с этими парнями. Не нравится мне что-то это. Посмотри на других районов. Как будто они не с Гроу-стрит. Расслабься. Ты как считаешь, Смоук? Да, мне как-то не по себе, но в целом, в принципе, нормально. О, боже. Полиция Лос-Сантос. Всем оставаться на местах. О, блин. Всем выступить к выполнению. Эй, ты что делаешь? Давай в тачку, валим отсюда. Нет, я не брошу своего брата, я больше не предатель. Ну ладно, как хочешь. Каждый сам со себя. Черт побери. Здесь... Ох. Откуда здесь столько копов, а? Точнее, спецназа. Где главари? Я должен забрать отсюда Свита. Оооо! Кстати-ка, чё, мне вот эта пушка лучше будет по душе, чем этот дробовик. Спецназ довольно мощный. Нам придется, походу, не сладко. О, еще. Да, они будут падать с крыш. Точнее, с потолка проваливаться к нам. Это просто смешно. Ну, хоть бабки есть. Это бабки-то я всегда люблю. Осторожно! А, где ты, Свит? Вот ты где, Свит. Чё с тобой? Где Смоуки Райдер? Они уехали. Блин, валим отсюда. Полицейское управление Лос-Сантос, всем оставаться на местах. СиДжей, над нами вертушка. Давай, уничтожь ее. О, все, прекрасно. Бронежилет-то весь отняли уже. Давай, СиДжей, вперед. А семьи-то мы объединили. Все удачно прошло, а? Ну что еще? Это Смоуки Райдер. Запрыгивайте! Дави на газ быстро! Hey, man,
У меня тут патроны заканчиваются. Ничего, у меня калаш есть. Давай. Это не Эммет. Ты это взял у Эммитона? Ох, ё-моё. Калаш-то бесконечный. Си-Джей, слева. Да-да-да, я вижу. Тут еще и вертолет, блин. Они сели на хвосты нам, блин. Давай, уничтожай их еще. Смотри, там справа еще есть и везде, блин. Ха-ха-ха, перевернулись. Красавчики. Эх, как печально. Такой вкусный пончик был. Смотри вперед, Си-Джей. Ха-ха-ха, красавцы перевернулись. Офигеть, ты только на это глянь. Закрывайте все окна. Какого фига ты это делаешь, эй? Мыло в глаз мне, походу, попало. Ты чё, с ума, что ли, смоук сошёл? Разве мы тут не были еще вообще, а? И опять прицепился. Си-Джей, прикрывай тылы. Так, сейчас еще появится. Ой, дорога перекрыта. Нет, калаш заклинило. Ну как хотите, я вперед. Это полиция Лос-Сантос. Эй, какого черта? Ты куда так низко летишь? Ты угробишь нас сейчас. Ну-ка сдай назад. А, пошли вы нафиг, я вперед еду. Мы умрем сейчас. О, нет. Выпрыгиваем скорее. Черт, отказали тормоза. Что бы было бы, если бы мы не выпрыгнули, а? Да я чуть не офигел просто. Надо валить отсюда. Райдер прав, надо разделиться и встретиться позже. У меня есть план атаки балласов. А, отлично, авторитет поднялся. Мы опять на территории балласов. Ну и... собственно... берем какую-нибудь тачку и едем на Гроу-стрит. Кажется, у Свита есть план, как покончить с балласами. Блин, это заметил полицейский. Нет, не заметил. Блин. Пошли к Свиду, разузнаем все про этот грандиозный план. Green Saber. Значит так, мы в этот раз покажем балласам, что такое настоящая банда. Гроу Стрит рулит. Давайте вместе, нигеры. Гроу Стрит рулит. Гроу Стрит рулит. О, здорово, Сизи, ты где был? Прости, я немного закрутился. Да, ты наверняка мочил одного из балласов. Да, ты у нас такой... Слушайте, вы все с Си-Джеем, так? Да. Он через многое прошел. Я хочу сказать, что мы тут всем через многое прошли. Но Си-Джей помогает нам очистить район. Он перенес бой территорию врага. Показал, что быть значит настоящей бандой. Когда значит был семьей Гроу-стрит. Си-Джей, ты мой братан. Пес из моей стаи. Я никогда не должен был в тебя сомневаться. Теперь ты дома, партнер. По-любому. Слушайте, я хочу, чтобы вы все подготовились к этому. Встретимся в деловом районе под перекрестком Манхэттен. Надерем задницу этим козлам из балласов. Да, понеслась. Ты с нами?
Конечно, я с вами, я из твоей стаи. Да, мой ниггер. Давай готовиться, встретимся на перекрестке. Да. Эй, это Цезарь. Я тут занят вообще-то. Слушай, мне надо с тобой увидеться. Я кое-что узнал. Слушай, если это насчет Кендалл, то не парься, все хорошо. Нет, Сиджей, это кое-что другое. Ты должен это видеть. С этим придется подождать. Это никак не может ждать. Если я тебе не расскажу, ты... Если я тебе просто расскажу, ты в это не поверишь. Ладно. Мне немного времени. Я под развязкой в северной стороне, верно, там был. Встретись с Цезарем, господи, чу. Свит решает устроить масштабную перестрелку двух банд под мостом. Надеюсь, это пройдет все удачно. Итак, ты меня тащил через весь город, чтобы на что посмотреть? Ты как раз вовремя. Вон, посмотри туда повнимательнее. Ну, какая-то кучка балласов тут отшивается в точке. Не-не-не, смотри еще. Это еще что за хрень? О, нет. Смоук. Чего это ты задумал? Посмотри. Вон та тачка. Это тот зеленый сейбер. Блин, Смоук. Короче, тебя заставили нас предать? Моя мама. Извини, я тут услышал слухи и решил тебе рассказать. Ты все правильно сделал. Я перед тобой в долгу. Надо рассказать об этом Свиту. Свит! Слушай, забери Кендалл и отвези ее в безопасное место. Что ты задумал? Я про Свита. Походу он... В ловушке. Просто беги. Давай. Скорее. Черт. Кажется, я так подозреваю, что Свит в опасности. Я должен предупредить Свита. Блин, ну возьми трубку же, а. Вы позвонили абоненту, который не может ответить. Да блин. Короче, вот этот зеленый сейбер, из которого... Который выезжал из того гаража, там сидел внутри офицер Пласки. Именно на этой машине убили мать Сиджея. Если кто-то не в курсе, конечно. Я так чувствую, что Биг Смоук рассказал Балласам о плане Свита. Да, точно, вон, их целая толпа здесь. Эй, Свит, ты в порядке? Тебя подстрелили? Сиджей, ты где был? Звонил Цезарь, показал мне одну ерунду. Это Смоук. Он сговорился с Темпини и Балласами. Он предал нас. Теперь это не важно. Ты должен отсюда валить. Копы будут с минуты на минуту. Нет, я не брошу своего брата. Эй, Балласы, я надеру ваши жопы, козлины. Вы меня слышите? Я вас всех урою. Блин, я не могу попасть туда. Подкрепление.
Эй, ребята, осторожно. Я тут пытаюсь как-то справиться с этими гадами. Глючит что-то все. На тебе надет мешок. Как ты в нем себя чувствуешь? Эй, пожалуйста, 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 снимите это. Ну ладно, ладно, ладно. Только потому, что ты сказал пожалуйста. Ах ты козел, блин. Запугивать тех, кто запугивает других, это моя работа. Да, Эдди. Да. А где мы? Мы нигде. Здесь чистый свежий воздух. Блин, смог. Блин, Свит. Свит жив. Жив. Ну и здоров, почти. Ему делают... Ему зашивают ранение, пока он ждет суда. Да, но ты каким-то чудом не попался полицейским. Да, радуйся, Карл. Твой дебил брат жив. И радуйся, что мы тебя не арестовали. Скоро выяснится, что и сестра твоя жива. А что она там делает? Сексом с кем-то занимается. Хе-хе-хе. Для тебя все складывается удачно, Карл. Вот так-то, нигер. Веди себя хорошо. Хотим, чтобы ты нам оказал услугу, Карл. Не могу поверить, что Смоук нас предал. Смоук? Смоук, он послушный чувак. Он давно этот урок усвоил. Братья навеки, уличное братство. Неужели ты в это все верил, Карл? Разве ты не понял, когда тебя выперли из города, когда ты дал Брайану умереть? Я не... Эдди, он идиот. Но катайте-ка я от него избавлюсь. Нет, 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 офицер. Сначала пусть сделает что-то хорошее в своей никчемной жизни. Он поможет нам бороться с преступностью, правда, Карл? Да, у него все равно выбора нет. Не пытайся даже убивать Биг Смоука. Или твой брат Свит попадет в камеру в Балласе, который наверняка с ним захотят. Эй, Эрнандес, ты весь день с сайта собрался, что ли? У нас тут возникли определенные проблемки с нашим бывшим товарищем. Кажется, ему не нравятся некоторые наши методы. Он такой же смелый. Да, но у него нет языка встречи, у этого засранца. Ни у кого нет. У нас есть абсолютно верные сведения. Он пляшет под дудку федералов. И видишь ли, они спрятали его где-то на горячий ряд, чтобы подсовывать показания, как им это выгодно. Я хочу, чтобы ты навестил его, Карл, и уничтожил все улики, которые там есть, чтобы он ни в коем случае не дал на показания в суде. Разберись с этим, Карл, чтобы офицер Тенсбенис смог спать ночью спокойно. Нам нужны доказательства, что он не заговорит никому. На этом мы завершаем первый сезон. Вот так вот он закончился. Биг Смоук и Райдер нас предали. Биг Смоук рассказал Балласам о плане Свита, об атаке. И в итоге банда Гроу Стрит проиграла. Мы вообще за городом, в поселке Энджел Пайн. Здесь мы начнем второй сезон в следующей серии по GTA San Andreas. Есть вот такой вот один недостаток сюжетный, я бы так бы назвал бы его, что персонаж Биг Смоук, вот этот Биг Смоук, вот этот жирный в очках, который наш когда-то был, он после вот этой миссии, которую только что мы выполнили, после этой миссии пропадает и не будет появляться в игре до конца игры. Он появится только в самой последней миссии. В самой последней миссии игры. А до этого нам еще... Ой-ой-ой-ой-ой, как много. Ладно. На этом мы закончим эту серию. Ну и Свит тоже пропадает надолго. Свит сидит в тюрьме. И появится он довольно не скоро. Тоже где-то ближе к концу игры.
Ладно, всем спасибо за просмотр, с вас лайкос, подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал и группу ВКонтакте. Всем пока.